Всем большой привет! Ну вот и настало то время, когда мы начинаем вышивать наших лошадок. Кто-то на примету, а кто-то просто из-за большой любви. Ну как не любить и не восхищаться этими грациозными созданиями? Хочу напомнить, что наш совместный проект начинается с 1 февраля, то есть мы уже начали, и продлится до 1 сентября. Отчитываться мы будем каждый месяц по 1 число, то есть первый отчет у нас будет на 1 марта. Отчитываемся мы в группе ВКонтакте, в нашей группе «Вышиваем вместе», ссылочка будет в инфобоксе. Добавлять будем фотографии в альбом с заявками, в фото под комментарием, чтобы у нас сохранялась вся история отшивов наших процессов. Я думаю, так будет проще, чтобы мы не путались. Ну что, мы приступаем. Я желаю всем шустрой иголочки, удовольствия от процесса и, конечно же, от нашего СП. Поехали! Светлана Селезнева вступает в наш совместный проект и пишет: «Здравствуйте, дорогие любители лошадей! У нас в семье страстной лошадницей является моя средненькая, и поэтому я вышиваю, вышивала и чувствую, буду вышивать и вышивать самых разных лошадок. Это работа от компании «Золотое Руно», мой великий долгострой. Я начала ее в позапрошлом году и забросила, потому что мне не очень нравится, как получается. Слишком размытые, переходы не очень красивые. Но дочь просит дошить, и я, конечно, воспользуюсь случаем вышивать в такой приятной компании. Вышивается процесс на белой Аиде 18 аккаунта, 47 цветов, 36 на 43 сантиметра, 255 на 300 крестиков. Замечательная работа получится, мне кажется, вышивайте, и мы вас поддержим. Удачи!» Алла Красноярская специально заказала под наш совместный проект набор от фирмы «Марья Искусница», «Заботливый друг», очень милый и теплый сюжет. Вышивается на Аиде 14 аккаунта, 34 на 49 сантиметров, и мы видим, какие красивые ниточки в проекте. Присоединяется к нам и Вера Сбродова с двумя процессами. Это набор от фирмы «Joy Sunday». Первый набор с левой стороны по дизайну схемы Dimensions, его код D500, размер картины будет 38 на 27 сантиметров, здесь 11 канва, вышивается в 3 ниточки, используется 26 цветов с напечатанным принтом. Старт был начат 1 января 2020 года, немножко раньше. Второй набор — это также Joy Sunday F332, вышивается на 14 канве в 2 ниточки, размер 65 на 52 сантиметра, используется 38 цветов, также с напечатанным принтом, название картины «Русская тройка». Прекрасные дизайны, желаем удачи! Также к нам присоединяется Елена Тарануха и пишет: «Всем привет! Лошадей я обожаю, пройти мимо этого СП просто не смогла. Буду отшивать наборчик от фирмы Лукаэс у домика. Размер 34 на 42,5 сантиметра. Используется 50 цветов. Ниточки анкор. Канва здесь 18 аккаунта. Схема черно-белая, символьная, крупная. Их 9 листов. Ниточки на планшетках, но вышивать этими планшетками не очень удобно пользоваться при вышивке. И ниточки я буду перевешивать на органайзер пака». Ну а так как у Елены есть свой канал на YouTube и уже видео о подготовке вышло, я оставлю ссылочку в инфобоксе, переходите и смотрите все поподробнее. Присоединяется также к нам Ирина Силаева, которая ведет и свой канал на YouTube, и также была участницей и в СП «Мои любимые коты 2». И Ирина здесь заявляет очень много процессов. Во-первых, будет вышивать амазонку от Риолис,
также арабское сокровище риолис, вольный ветер, это чаривнамыть, в танце водных брызг золотое руно и также белогривая лошадка от риолис, используется шерсть и мулине. Желаем удачи во всех процессах. Виктория Румянцева будет вышивать в нашем проекте перенабор от фирмы Вервака ПН 014-5086, это влюбленные лошади. Размер работы 33 на 29 сантиметров. Используется здесь равномерка Лугана 28 каунта цвет 101, ниточки мулине ДМС 22 цвета. Вот такая картинка замечательная должна получиться. Наталья Ступак к нам пришла с набором от Custom Crafts. Это оригинальный набор, называется «Поцелуй». Две замечательные лошадки. Размер работы не маленький, 53 на 35 сантиметров. И у Натальи есть уже первый прогресс, здесь 38%. Ну, я надеюсь, что мы увидим всю готовую работу. Вступает в наш совместный проект и Илона. Пишет, что будет вышивать оригинальный набор фирмы Риолис «Ветер в гриве». Вышивка на черной канве 14 каунта, ниточки мулине 19 цветов. Размер готовой работы будет 30 на 45 сантиметров. И вышивать Илона будет по перенабору. У Илоны есть канал на YouTube «Хвостатики». Я оставлю ссылочку в инфобоксе, заходите в гости. Светлана Асонова заявляет в наш совместный проект вот такую замечательную лошадку «Ловца снов», которая вышивается на 14 каунте с напечатанным рисунком. В наборчике также были все ниточки и две иглы. Мы желаем удачи и шустрой иголочки. Катерина Плотникова присоединяется к нам с очень интересным дизайном и пишет, что размер этой работы будет 33 на 47 сантиметров, в крестиках 182 на 257. Здесь полная зашивка, 60 цветов, блендов нет, бэкстича нет, каунт 14. Этот набор чистый китаец, набор именно этой фирмы ранее не покупала, обзоров или отшивов тоже не встречала. Иногда вышиваю наборы с AliExpress, но это были другие производители. Ну уж очень зацепила меня эта парочка, а вот что из этого выйдет в результате, увидим все вместе. Как правило, я вышиваю одну работу, так что ждать придется недолго. Очень интригует Катерина, вышивайте поскорей. Ирина Соколовская будет вышивать набор от фирмы Кандамар Дейзинг, называется «Золотой закат». Размер 30 на 40 сантиметров, это частичная вышивка. И здесь используются ниточки, мы видим на органайзере. Очень интересная работа. Ирина надеется, как она написала, на повышение на работе. Ну что, вышивайте и все будет. Ну а я хочу начать участие в нашем совместном проекте, во-первых, с моего старенького долгостроя. Это дизайн от фирмы Анкор, который был напечатан в журнале, по-моему, «Вышиваю крестиком». Я как-то очень давно скачала эту схему, долго она лежала, ждала своего часа, потом был сделан вот такой старт небольшой, есть какие-то первые продвижения, и на этом работа у меня остановилась. В нашей дружной компании я надеюсь завершить эту работу, и в планах у меня еще очень много других процессов. Этот процесс я вышиваю на основе Цвайгард Кэшел, и используется здесь 35 цветов ниточек Анкор, все по ключу.